Всем привет! С вами Даша и Аня. Как и где заработать на карманные расходы бедному студенту? Вопрос, по-моему, вечный. Давайте попробуем выяснить, что предлагает сегодняшний рынок труда для тех, кто не привык сидеть на родительской шее. А начнем мы, пожалуй, с самого простого. Раздача листовок. Работа, которая не требует ни образования, ни особых усилий. Но это только на первый взгляд. Итак, начало пути. Поиск вакансий, распространители листовок. Интернет предложил нам около десятка телефонов, прозвон на которые показал, что на самом деле такую работу в Белгороде предлагают всего 3-4 агента. Поскольку по многим из номеров нам отвечали одни и те же люди. Приглашали прийти, заполнить анкеты и ждать звонка. Или звонить самим. Звонить пришлось долго. Здравствуйте. Я вам звоню по поводу работы, раздавать листовки. Скорее всего, в четверг. А можно ваши условия узнать, работы вообще, как это проходит? Ну, мы сейчас с вами ни о чем разговариваем, правильно? У нас листовок еще нет, а мы уже зарплате. Подождите, в четверг мы поговорим. Мы позвонили в четверг, в пятницу, в субботу и так целую неделю. Я вам звонила насчет работы, насчет листовок. Ну что, расскажите. Пока не надо, спасибо. Спасибо, пока не нужно. А когда звонить? Такой простой в работе агенты объяснили кризисом. Резкое подорожание услуг полиграфии заставило предпринимателей экономить на рекламе. Поэтому листовок для распространения сейчас на руках у промоутеров просто нет. И тем не менее, наша настойчивость дала результаты. Обзванивая всех промоутеров в течение недели, нам все же удалось найти себе реальную работу через агентство, где мы заполнили очередную анкету и узнали, какую еще работу можно получить в нагрузку к флаерам. Аниматорами можно работать, там, с детьми очень часто нанимаются люди, например, какие-то кафе для детей, вы там тут сказки им читаете, с ними рисуете, но для этого они должны обладать в первую очередь терпением, желанием вообще работать. И любить детей. Любить детей, правильно. Если девушки симпатичные, вот как вы, то иногда моделями сопровождать какое-то мероприятие. Например, в видеомарте часто красивые, одевают девушек красивые, они едут в каких-то открытых машинах с флагами. Это вам пример. Основным требованием к новобранцам является наличие паспорта. А если вам еще нет 18, то обязательно нужно иметь при себе согласие родителей. В некоторых случаях может понадобиться санитарная книжка, если промакция, например, связана с рекламой еды. Но более всего работник должен быть дисциплинированным, ответственным и не курить. Ну и еще несколько интересных позиций. Рост и вес спрашивали. И размер груди. Зачем? Я уже боюсь туда идти работать. Да нет, ну, в общем, все так прилично. Сказали заполнить анкеты. И ждать звонка. Нам позвонили буквально через день. Ваша задача – продать хорошие эмоции, продать впечатление. С вами будет рядом находиться супервайзер, человек, который вас выставит на строчку, будет вас фотографировать, будет фотоконтроль обязательно, фотоотчет. И далее также он вас снимет с точки. Итак, работа. Торговый центр, мы, флаеры, люди, среди которых оказалось даже пару конкурентов. Помня об инструкции, которую мы получили в промоутерском агентстве, мы начинаем раздавать листовки и хорошие впечатления. И, судя по всему, именно с этим у нас все нормально получилось. Люди действительно с удовольствием реагируют на позитив, разбирали именно наши флаеры, и, возможно, поэтому хмурые конкуренты очень быстро переместились в другую часть торгового центра, где оставались до конца нашей промо-акции. Покупайте стекло, купите ему стекло. Сейчас мы закончили раздавать листовки, осталась одна на память. Да, на самом деле очень прикольно, но, конечно, когда это 5 часов в день и каждый день, то, конечно, надоедает стоять, да, и причем и присесть нельзя. Ну, нам понравилось, мы улыбались. Главное, как подходить ко всему. К этому. А еще мы людям дали такую возможность попробовать себя в нашей шкуре. Да. Им очень понравилось, особенно одному мужчине. У Дарьи, допустим, даже попросили номер телефона. В Белгороде не хватает этого. Поэтому смотрите нас и ставите лайк. Я не знаю, как это правильно говорить. Ставить лайк. Все, спасибо. Пойдем за зарплаты. Интересно, там ее вообще. Мне кажется, не отдадут. Здрасте. А мы за зарплатой. С чувством выполненного долга мы отправились к работодателю получать свои честно заработанные 150 рублей за полтора часа. Нам еще, оказывается, правда отдали деньги. Вот, 150 рублей. Первое. Наверное, пойдем еще работать. Да.
все, пойдем. В итоге нашей попытки заработать, можно сказать, что найти такую работу в Белгороде в принципе несложно. И в самой раздаче листовок нет ничего особенного. Если вы готовы провести несколько часов на ногах в жару или мороз и при этом еще быть в хорошем настроении. Платят за такой труд немного. Это примерно 100 рублей в час, но если заниматься этим каждый день, это, в общем, неплохие деньги. При желании и настойчивости, по нашим скромным подсчетам, раздача листовок можно заработать около 10 тысяч в месяц. Поэтому, как говорят промоутеры, звоните, и работа будет. Ну а мы пойдем искать новый способ, как заработать.